Здравствуйте, вы смотрите информационную программу «События». В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Усилить пожарные дружины, оборудовать дополнительные пляжи и увеличить количество льготных путевок в лагеря. Глава региона Вячеслав Федорищев дал ряд поручений правительству. В фокусе внимания – подготовка к новому отопительному сезону. Какие вопросы обсудили на еженедельном заседании в мэрии? 11 сотрудников телеканала «Самара ГИС» в числе победителей. В столице региона подвели итоги федерального конкурса социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости». Глава региона Вячеслав Федорищев поручил увеличить количество льготных путевок в детские загородные лагеря. Об организации летней оздоровительной кампании речь шла на оперативном совещании в правительстве Самарской области. Также затронули тему пожарной безопасности и купания в необорудованных местах. Подробности в сюжете. Глава региона Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание с членами регионального правительства. Одна из тем – пожарная безопасность жителей Самарской области. Губернатор поручил главам районов качественно организовать работу добровольных пожарных дружин, чтобы они могли в любой момент прийти на помощь жителям. Обсудили также безопасность на воде. Губернатор напомнил, что ранее поручил оборудовать дополнительные места для купаний, но 24 муниципалитета до сих пор не предоставили списки. Вячеслав Федорищев напомнил, что речь идет о жизнях людей, поэтому с исполнением поручений надо ускориться. Да, погода у нас такая, что, конечно же, хочется в первую очередь на пляж, когда есть такая возможность, но в места оборудованные и с максимальным соблюдением индивидуальной техники безопасности. Еще одной важной темой стала проблема с путевками в лагеря. Сегодня на сайте Супрема 63 размещается 9 тысяч льготных путевок, а желающих в 3 раза больше. Когда все одновременно заходят на сайт для бронирования путевок, то получает их тот, кто быстрее нажмет на кнопку. На такую систему поступило много жалоб от родителей, отметил глава региона. У родителей возникает справедливый вопрос, почему так? Что там? Очередность? Кого-то пристраивают, коррупция и так далее. Справедливые вопросы, которые поднимаются, поэтому... Вы мне прокомментируйте, пожалуйста. Одномоментно 30 тысяч человек заходит, чтобы забронировать 9 тысяч путевок. Естественно, нет ни ограничения по времени никакого, ни очередности. Это цифровая платформа, которая просто каждому из нас дает возможность. Мы одновременно это делаем. Соответственно, кто первый успел, вот на долю секунды, тот эту путевку забронировал. Безусловно, здесь и факторы тоже доступности интернета, его скорости зависят. Мы изучали опыт других регионов. А мы считаем это справедливым? Получается, ребенок ни в первоочередном, ни во второочередном порядке не поедет в лагерь? Но это несправедливо. Глава региона Вячеслав Федорищев поручил уже в следующем году увеличить количество льготных путевок в детские лагеря на 10 тысяч. А в течение 5 лет, по его словам, нужно полностью закрыть потребность всех желающих отдохнуть в детских оздоровительных лагерях. Светлана Кудрявцева, «События». В Самарской области по поручению главы региона Вячеслава Федорищева увеличат суммарную единовременную выплату при заключении контракта о прохождении военной службы. С 800 тысяч она вырастет до 1 000 000 рублей. Подробную информацию о поступлении на контрактную службу и выплате можно узнать в пункте отбора на военную службу или в любом из военных комиссариатов. В настоящее время мы видим, что желающих поток не снижается, либо увеличится какие-то из дней. Наши ребята идут и патриотично говорят о том, что надо заканчивать с этим безобразием, которое происходит на границах нашей страны. В Самаре в этом году переложат теплотрассы на 24 объектах протяженностью почти 15 километров. О ходе работ по модернизации городских систем говорили на еженедельном совещании в администрации под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Также говорили о восстановлении благоустройства подрядчиками после таких работ и об итогах автобусных перевозок в дни религиозных праздников. Подробнее в нашем сюжете. Закончился период, который включал в себя сразу несколько больших православных праздников, во время которых люди едут поминать своих близких на кладбище. Для них ежегодно организуют дополнительные автобусные маршруты. Итоги этой кампании подвели на совещании в городской администрации. Более 49 тысяч пассажиров воспользовались автобусами 8 маршрутов, чтобы доехать до мест захоронений. 2/3 из них по социальным картам, так как все городские льготы на таких направлениях сохранялись. Всего же было исполнено 99% рейсов от числа включенных в контракт. Применение контрактной системы, оно позволяет значительно более жестко контролировать перевозчика, и по итогам перевозок мы делаем вывод, что эти перевозки остаются социально значимыми. На настоящий момент не получили ни одной жалобы пассажиров.
Еще одной важной темой встречи стал вопрос подготовки города к отопительному сезону. Системы многоквартирных домов проверяют, тестируют и заносят сведения в паспорта готовности. Эта работа ведется в плановом режиме. Более 40% таких зданий уже проверено, а информация о каждом четвертом из них внесена в электронный реестр. Так же, как и в предыдущие годы, в этом сезоне продолжат обновлять и модернизировать городские теплосети. В 2024 году в плане по перекладкам 14,68 километров в двухтрубном исполнении. В зону перекладок попадают 19 объектов социальной сферы, в том числе школы, колледжи 7, 8 детских садов, 3 больницы и поликлиники, 1 гостиница. В настоящее время работы начаты на 19 участках теплосетей, а еще на 5 начнутся в ближайшее время. На 2 начинают сегодня, на 1 исключение контракта сегодня, на 2 пока проходит конкурсная процедура. Исполнение там 100-150 миллиметров, то есть трубы по диаметру небольшие, поэтому перекладки идут значительно быстрее и риски все-таки минимальные. Отдельно проговорили и про восстановление благоустройства после вскрытий, особенно когда дело касается аварийных ситуаций, после которых ресурсоснабжающие организации не всегда качественно укладывают асфальт или приводят газон в порядок. Глава Самары Елена Лапушкина поручила более строго подходить к приемке работ по восстановлению благоустройства. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Телеканал «Самара ГИС» стал лауреатом сразу в 3 номинациях на форуме социальных проектов и общественных инициатив «Добрые новости», который прошел в Самаре. Победителями в номинации «Лучшая социальная программа на телевидении» стали 2 передачи «Право на маму» и программа «Обернитесь». Также команда телеканала «Самара ГИС» лауреат в номинациях «Лучший социальный сюжет в электронных СМИ» и «Лучший информационный видеопродукт». Подробности в нашем сюжете. Идея федерального информационного проекта «Добрые новости» – рассказать о хороших примерах социально активного поведения, сохранении исторической памяти, о здоровом образе жизни и семейных ценностях, показать, как меняется жизнь россиян к лучшему. Впервые форум прошел 12 лет назад. С тех пор его популярность неуклонно растет. Он стал федеральным и включает в себя уже 4 конкурса – социальной рекламы и общественных инициатив, конкурс юных журналистов, социального плаката, а также конкурс лучших реализованных соцпроектов. С приветственным словом к собравшимся от лица врио губернатора Вячеслава Федорищева обратился Александр Фетисов. Сегодня социальные проекты и общественные инициативы объединяют энергичных, неравнодушных людей самых разных возрастов, профессий, увлечений. Добрые дела, которые приносят пользу конкретным людям, помогают развитию региона и страны в целом, заслуживают того, чтобы о них говорили. В условиях информационного давления добрые новости могут поддерживать людей и вдохновлять на новые свершения. Один единственный добрый поступок пускает множество камней, из которых потом вырастает дерево. Так вот, ваши добрые дела каждого из вас, сидящих в этом зале, пускают корни, появляются новые интересные проекты. И огромное спасибо вам за это. Число участников проекта растет. Если в прошлом году на конкурс было подано 53 работы, то в этом году 119 не только из Самары, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Нижнего Тагила, Белоруссии и Казахстана. Это не только форум, да, это уже итог каждого года. Это огромный проект. И в первую очередь, когда мы начинали в 2012 году, нам было важно развернуть средства массовой информации, такой с негативной повестки на позитивную, чтобы все-таки больше у нас в эфире было замечательных, добрых новостей о том, что происходит с нами каждый день. Какие люди живут вокруг нас, что интересного происходит в каждом районе, городе, учреждении культуры, образования, ну и, конечно, как меняется наша жизнь к лучшему. На форуме социальных проектов и общественных инициатив «Добрые новости» телеканал «Самара ГИС» стал лауреатом сразу в 3 номинациях. Победителями в номинации «Лучшие социальные программы» на телевидении стали 2 передачи. Ольга Король, Константин Головин, Олег Паламеев получили награду за программу «Право на маму». Для человека что важнее в жизни? Главное, чтобы кому-то помочь, кому-то протянуть вовремя руку, найти этим детям семью. Ни за какие деньги, ни за какие награды. Это просто чисто человеческое, потому что душа человека, она требует отдачи. И вот когда ты отдаешь себя другим людям, то взамен ты получаешь такую любовь, такую доброту, что больше всего на свете это ценится.
Инесса Панченко, Николай Епифанов и Наталья Самойлова победили с передачей «Обернитесь» о непростых судьбах людей. Для нас очень важно не просто показать кино, и чтобы зрители увидели и порадовались, как здорово. Для нас важен отклик. И мы знаем, что отклики на фильмы цикла «Обернитесь» есть, потому что люди видят героев, которые прошли сложнейший жизненный путь, и понимают, что они не одни со своей бедой, что есть силы, есть резервы, и для многих это на самом деле является очень вдохновляющей историей. Также команда телеканала «Самара ГИС» лауреат в номинации «Лучшие социальные сюжеты в электронных СМИ о проблемах экологии». Награду получили Виктория Шара, Константин Головин и Владимир Алехин. Сейчас мы живем в большом потоке информации, и не всегда она бывает приятной, зачастую, наоборот, тревожной, какой-то грустной. И люди испытывают большое количество негативных эмоций. И поэтому, когда появляется возможность снять о чем-то добром, вечном, о хорошем, то, конечно же, мы с командой телеканала «Самара ГИС» пользуемся этой возможностью и делаем какие-то материалы, которые, надеюсь, что радуют наших телезрителей. В номинации «Лучший информационный видеопродукт» наградили Светлану Кудрявцеву, Николая Епифанова, Николая Сидорова и Сергея Бахарева за сюжет «Году семьи». Сегодня телеканал «Самара ГИС» больше, чем ТВ. Это один из самых оперативных информресурсов в региональном интернет-пространстве, неоднократно отмеченный премией губернатора Самарской области. Наши новости доступны на всех основных площадках в соцсетях – ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках. Телеканал «Самара ГИС» – это круглосуточное вещание в 15 кабельных сетях Самарской области, постоянная онлайн-трансляция на нашем сайте и через бесплатное мобильное приложение на базе iOS и Android. Нас можно смотреть в телефоне из любой точки мира. Виктория Шаре, Полина Чулюкова, Николай Епифанов. События. Волга в районе Самары прогрелась до 19 градусов. С возвращением жаркой погоды отдыхающих на пляжах стало больше. Однако купание в водоемах – это не только приятный досуг, но и потенциальная опасность. По данным МЧС России, в стране с начала года на воде погибли 1302 человека, в том числе 181 ребенок. Какие базовые навыки необходимо усвоить, чтобы избежать критической ситуации во время купания, разбиралась Августина Охременко. С возвращением жаркой погоды жители Самары потянулись на пляже. Кто-то загорать на песке, кто-то играть в волейбол на берегу, кто-то освежиться в воде. По данным синоптиков, Волга в районе областной столицы прогрелась до 19 градусов. Некоторые жители, гости города, предпочитают уединенные озера и небольшие речки. Я предпочитаю вообще любые водоемы, но, скажем так, безопасные. Летом Самара, Самарская область – это Волга. Это самый любимый мой водоем. Плаваю практически каждый день. Да часто, когда жарко, купаемся, и на Волге купаемся, и в озерах купаемся. Я плавать не умею, не загораю, ничего. Дети ездят, им нравится. В Самаре, да, здесь на Волгу они ходят. Пока еще нигде не купалась. Предпочитаю в морях. В Волге крайне редко купаюсь. Вода холодная для меня. Если только на море ездим в июле, тогда купаюсь. Летом жару, конечно, в Волге. Здесь однозначно, потому что набережная в Самаре самая лучшая в Поволжье. В озерах тоже, но в озерах это надо ехать. Конечно же, наша Волга-матушка, но не так часто, как хотелось бы, где-то раз в месяц, может быть, раз в два месяца. Пляжный отдых – одно из любимых развлечений самарцев. Однако он таит в себе много опасностей. Александра Сергеева, тренер по плаванию, рассказала о том, какими первоначальными навыками должен обладать человек, чтобы уверенно чувствовать себя в воде. Любое обучение плавания, она всегда начинается с правильного дыхания. Объясню почему. В воде мы дышим немного по-другому. Не так, как в обычной жизни. Да? То есть мы с вами общаемся, мы даже не замечаем, как мы делаем вдох, как мы делаем выдох. Дыхание в плавании, оно цикличное. Вдох мы делаем ртом, набираем воздух в легкие, закрываем рот и выдыхаем носом. Если в обычной жизни мы просто дышим либо носом, либо ртом, то здесь вдохнули ртом глубоко и на 6 счетов выдохнули носом. На пляжах всегда многолюдно, и это увеличивает риск различных происшествий. Если человек попал в экстренную ситуацию на воде, важно придерживаться определенных правил поведения. Ни в коем случае нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и во время неблагоприятных погодных условий. В экстренной ситуации, если никого рядом нет, желательно, первое, это лечь на спину, расставить руки в сторону, свести лопатки и прогнуться в пояснице. То есть самое простое, что вы можете сделать, это лечь и полежать на воде. То есть у вас лицо будет, во-первых, на поверхности воды, вода вас не будет захлестывать.
и вы сможете хотя бы дышать. Умение плавать не только спасает жизнь, но и позволяет чувствовать себя уверенно и спокойно в любых ситуациях на воде. Несмотря на то, что Самара – город на Волге, некоторые жители не умеют плавать из-за боязни воды. Аквафобия является довольно распространенной проблемой, но преодолеть ее можно с помощью тренировок под руководством профессионалов. Именно поэтому Надежда Ермолаева записалась в бассейн. Была, конечно, мечта научиться плавать, потому что мы каждый год с семьей ездим на море или на турбазу в Самарской области, там все-таки в бассейн, и все. Вся семья плавает, я нет, воды боялся, даже, ну вот, вдоль портика немножко, и не шагу от портика. И в этом году у меня вот появилась мысль, что мне нужно обязательно научиться плавать. И обязательно, конечно, нужно довериться профессионалам. Регулярная практика, поддержка близких, внимание к собственным ощущениям и соблюдение правил безопасности помогут насладиться летним купанием и получить от него максимум удовольствия. Августина Охременко, Валерий Майоров, «События». Сегодня онлайн-покупки стали неотъемлемой частью нашей жизни. Однако стоит быть начеку. Безобидное листание интернет-магазинов может перерасти в зависимость. Как понять, что у человека появляется шопоголизм и как с ним бороться, расскажет Полина Чулюкова. София Полянцева начала пользоваться маркетплейсами во время пандемии. Эту альтернативу девушка выбрала из-за закрытия многих магазинов и невозможности выходить из дома во время карантина. Но режим самоизоляции уже прошел, а София все так же активно заказывает вещи в интернете. Покупает в основном одежду и уходовые средства. Рассказывает, ее друзья считают, что у девушки зависимость. София заходит на маркетплейсы в любую свободную минуту. Могу зайти в торговый центр, допустим, посмотреть, что там по ценам, вообще какие товары, но... Вот недавно как раз ходила, нашла какие-то пару вещей, но все равно остальную часть, которая мне нужна, я смотрю на маркетплейсах. Иногда просто нет времени именно ехать целенаправленно в торговый центр, чтобы что-то себе найти. Это намного больше времени тратишь, а тут ты в любой момент можешь взять телефон, посмотреть и найти, что нужно. Человек привыкает к этому комфорту, что ему не нужно никуда ехать, он может с любой точки вообще... зайти посмотреть что-то. Когда человек совершает покупки не из нужной или большой симпатии, а потому что пора что-то купить, снять эмоциональное напряжение, он может попасть в зависимость от шопинга, рассказывает психолог Валентина Пудовкина. Индикатором шопоголизма также может служить реакция на акции и распродажи. Сегодня маркетплейсы – это то, что облегчает существование зависимости от покупок. Любая зависимость берется от эмоционального дефицита какого-то. То есть мы... У нас депрессия, плохое настроение, нехватка чего-то. И человек сам выбирает, через что он это суррогатно заменяет. Это то, что облегчает шопоголизму существовать. Не нужно уже идти в магазин. Можно этот импульс на покупку реализовать тут же. Даже не нужно никуда идти. У тебя возникла эта эмоциональная нехватка, и ты тут же можешь пойти провести время на маркетплейсе, накидать в корзину, ждать вот этой эмоциональной разрядки. Если человек заметил, что покупает вещи без надобности, но может отследить это, он на пути к избавлению от вредной привычки. Чтобы отсрочить импульс к заказу, можно, например, отжиматься. Нужно отслеживать и в момент, когда ты хочешь совершить покупку, спросить, а что сейчас со мной происходит, какое у меня настроение и зачем мне это нужно. То есть нужно всячески включать осознанность. И силу воли. Но если шопоголизм уже встроен в человека, и он понимает, что не может самостоятельно справиться с проблемой, стоит обратиться за квалифицированной помощью. Полина Чулюкова, Валерий Майоров, Сергей Баскин. События. Самарская область присоединилась к празднику молодости. Центром притяжения стал региональный молодежный многофункциональный центр. Какие активности ожидали гостей праздника в нашем сюжете? 7 тематических площадок на любой вкус. Вместе с Родиной, вместе с добром, вместе со спортом, вместе с креативом, вместе со знаниями, вместе с карьерой и своим делом, вместе с новым. Каждая посвящена определенной сфере жизни молодежи и позволяет участникам получить новые знания, пообщаться с экспертами и с пользой провести праздник. Самарская область присоединилась ко Дню молодежи. Центр притяжения стал региональный молодежный многофункциональный центр. Различные локации, где наши участники могут принять участие, поучаствовать в мастер-классах, например, по изготовлению значков, по кастомизации одежды, послушать мастер-классы от интересных людей. И центр
патриотического воспитания своими выставочной экспозицией, ресурсный центр добровольчества своими активностями. Многие общественные организации, которые захотели принять участие, с удовольствием поддержали эту инициативу совместного проведения Дня молодежи. Екатерина Заболотина на праздник пришла с подругой Марией. Говорит, уже побывали на площадке, где делают окопные свечи. В планах обойти все остальные локации. Атмосфера очень классная, много классных людей, все улыбаются, радуются, нам очень нравится. Очень круто, мне очень нравится. И в целом установка, люди, очень интересные мастер-классы. Мы пока прошли только два, но все же пойдем дальше сейчас. В антикафе молодежного многофункционального центра студенты могли придумать идеи своего бизнеса, сыграть в предпринимательскую игру и пройти деловой квиз. Одной из популярных площадок оказалась ярмарка вакансий. Ярмарка вакансий там рассказывает, куда можно поступить, за какие баллы, про целевое обучение. И даже можно получить какие-нибудь подарки, которые будут напоминать вам о Дне молодежи. Площадку патриотического воспитания организовало поисковое движение России. На ней можно было научиться собирать и разбирать автомат Калашникова, подержать в руках винтовки, увидеть военные трофеи времен Великой Отечественной войны. В зале «Космос» прошла встреча с героем России Максимом Девятовым. В августе 23-го года вместе с другим бойцом он выполнял боевое задание в ДНР. Услышав в радиоэфире, что его группа окружена, отправился на помощь. Вместе с напарником Максим отбил атаку и спас жизни 14 российских бойцов. Виктория Шара и Николай Пифанов. События. Женские крылья Советов уже 5 матчей не проигрывают в чемпионате России. Об этом и других новостях в нашей спортивной рубрике. Женская команда «Крылья Советов» продолжает беспроигрышную серию в российской суперлиге. Накануне самарчанки принимали на домашнем поле клуб «Ростов» в перенесенном матче третьего тура. Единственный гол был забит на 89-й минуте, отличилась бразильянка Вирджинио Милла. «Крылья» победили 1-0. Это их 5-й матч подряд с набранными очками. Команда поднялась на 10-е место в таблице. А мужская команда «Крылья Советов» проводит в Казани тренировочный сбор, в рамках которого провели контрольную игру против «КамАЗа» из Набережных Челнов. Счет в матче открыли самарцы, забил Ороско, но затем «Крылья» дважды пропустили. Еще до перерыва счет сравнял Горелов, а во втором тайме победный гол забил Фортуна. 1-2 – поражение «Крыльев». Готовится к премьер-лиге футбольный клуб «Акрон». К команде присоединились новые игроки. Из Балтики перешел полузащитник Максим Кузьмин. Спортсмен родился в Самаре, учился в Академии Коноплева. Успел поиграть также за московское «Динамо» и воронежский «Факел». Кроме того, тольяттинцы подписали португальского центрального защитника Родриго Эскаваля. Воспитанник «Бенфики» успел поиграть в чемпионатах Хорватии, Кипра, Греции и Португалии. Имеет опыт игры в Еврокубках. Теннисный тур готовится к третьему турниру «Большого шлема» в этом сезоне, британскому Уимблдону, который стартует сегодня. Перед этим прошло несколько подготовительных соревнований на травяных кортах. В британском Истбурне на турнире категории WTA 500 победу одержала уроженка Тольятти Дарья Касаткина. В финале она переиграла канадку Лейлу Фернандес 6-3, 6-4. Это первый для Касаткиной титул на травяном покрытии и 7-й в карьере. Также россиянка завоевала первый титул в этом году, до этого 4 раза уступив в финалах. А в немецком Бад Хомбурге, тоже на травяном турнире категории WTA 500, титул завоевала еще одна тольяттинская спортсменка Диана Шнайдер. В финальном матче она обыграла хорватскую теннисистку Дону Векич со счетом 6-3, 2-6, 6-3. Это второй титул в карьере 20-летней Шнайдер. Свой первый трофей Диана выиграла на турнире в Хуахине в феврале этого года. Благодаря победе Диана поднялась в мировом рейтинге на 30-е место. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. В Кировском районе продолжают работать пункты обращений граждан к ВРИО губернатора. Там работают волонтеры. Они помогают решить интересующий вопрос в рамках своей компетенции или советуют написать обращение, которое отправится в приемную губернатора. На территории Кировского района работает 3 таких пункта, находящихся по адресам: Ташкентская 139, Каховская 21, Свободы 194. График работы с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов, информирует телеграм-канал Кировского района. Перевозчик скорректировал расписание на автобусном маршруте номер 63, автостанция «Аврора», совхоз «Рубежная». Месяц назад на горячую линию по транспорту обратились жители совхоза и попросили увеличить количество машин на маршруте и уменьшить интервал ожидания. С 1 июля скорректировано расписание на маршруте. Ознакомиться с ним можно в телеграм-канале городского департамента транспорта.
качестве одной из дополнительных мер соцподдержки семей с детьми Департамент опеки предоставляет единовременное пособие выпускникам общеобразовательных организаций, являющихся инвалидами. По вопросам выплаты можно обратиться в профильный департамент по адресу улица Некрасовская, 63, 3 этаж, 3 кабинет, или позвонить по телефону 340-08-47. Также эту выплату можно оформить в МФЦ или на региональном портале госуслуг. В Ленинском районе активные пенсионеры поддерживают здоровье занятиями на свежем воздухе. Тренер по месту жительства проводит занятия для всех желающих. Бодрость духа и позитивное настроение обеспечены, заверяет телеграм-канал Ленинского района. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся.